Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня дегустация итальянского бекона панчета, которую мы готовили месяц и неделя назад. Чуть больше он у нас вялился, чем мы планировали. Ну, хотя, в принципе, срок приготовления можно и увеличить. Можно даже до 2 месяцев. Но мне не терпится его зарезать, показать вам результат, да и самому полакомиться. Ну, вот такой вот он. Давайте будем резать. Для тех, кто не смотрел рецепт приготовления, напомню, ссылку на видео с рецептом приготовления итальянской панчетты найдете в описании этого видео. Также все ингредиенты для приготовления этого бекона мы покупали в интернет-магазине «Аромат дерева». Ссылку на интернет-магазин найдете в описании видео. Также в интернет-магазине доступна скидка 5% по промокоду «Канал Даниила и Ларисы». Ну и вот, посмотрите, что у нас получилось. Теперь надо бы это дело нарезать на тоненькие кусочки и продегустировать. Но предварительно, естественно, показать вам крупный план. Ну, посмотрите, как божественно это выглядит. И, кстати, я вам хочу сказать, что выглядит это так же, как на прилавке какого-нибудь, к примеру, неапольского базарщика. Там, где фермеры продают свои всякие мясные изделия. Но выглядит действительно очень красиво. Давайте будем пробовать. Итак, друзья, панчетта. Панчетта, манчетта. Класс. Просто тает во рту. Слушайте, я не ожидал. Реально он настолько нежный получился. Вообще, и жевать не надо. Я, честно говоря, думал, что такой будет, как обычный бекон, тянущийся. Получился очень нежный и вот очень такой, мягкий, реально очень мягкий. Ну, что ж, на этот раз панчетта удалась. Старое видео про панчетту удаляю. Вернее, не удаляю, а закрываю для просмотра. Теперь, так сказать, новый рецепт. Это уже то, что мы готовили раньше, не совсем было похоже на панчетту. Но была похожа по вкусу, по виду не было похожа. Это теперь и по виду похоже на настоящую панчетту. Можете смело готовить по этому рецепту. Ссылку на то, как мы его готовили. Кстати, готовится очень просто. Вообще, никаких заморочек нету. Ссылку найдете в описании видео. Также в описании видео ссылки на все ингредиенты, промокод на получение скидки. Ну, в общем, все как обычно. Друзья, попробуйте приготовить эту штуку. Реально очень вкусная. Хранится долго. Можно хранить в холодильнике в обычном, я думаю, месяца полтора-два как минимум. В вакууме, я думаю, что можно хранить даже до полугода. Ничего. Слушайте, вообще супер. Такой аромат, ничего, а может даже и больше, наверное, Ларис, как думаешь, в вакууме, наверное, даже и больше можно хранить в холодильнике, да? Ну, вполне возможно, это же сыровяленка. Полгода совершенно спокойно можно в вакууме хранить, можно нарезать, завакуумировать по кусочкам и пусть себе лежит, хранится. Друзья, так вот, попробуйте приготовить, как я уже сказал. Ну и, конечно же, спасибо вам большое за внимание. Спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить наши новые рецепты. Ну а мы с Ларисой готовим для вас новые вкусные, интересные видео. Всего доброго, пока!